Самообладание, способность владеть собой. Кто? Служба доставки. Хладнокровие. Охренел! Мистер Марч, давайте-ка сыграем. Друг, ты дома ошибся. Игра называется «Говорить буду я». Классная игра. А ты у нас ищейка. Там только двадцатка, забирайте. Я пришел послание доставить. Руку давай. Нет. Давай, давай. Нет. Пойдешь к врачу. Нет. Скажешь, что у тебя спиральный перелом. Нет. И вдох. По объявлению меня не нанять. Нужны мои услуги? Расспросите знакомых о Джексоне Хилле. Я из Министерства юстиции. Моя дочь Эмилия в опасности. Прошу, найдите ее. Ей нужна защита. Марч, Джек Хилли, не трону, не бойся, я только узнать кое-что. Нет. Я что, нет. Идиот, по-твоему? У меня есть на него разрешение. После твоего визита мы с этим малышом неразлучны. Папа, твою мать! Руки вверх. Люди, которым я доверяю, хорошо о тебе отзываются. Найдешь мне Эмилию. А я думал, наши дела кончились на сломанной руке. Это вы папу побили? Мы. Побил? Вообще-то подло навалял. Видели ее? Брюнетка. Зовут Эмилия. А взамен что? Он перестанет. Что? А, говнюк! Это. Пап, смотри, шлюхи и все такое. И все такое выражение поразит, доченька. Просто пап, смотри, шлюхи. В Лос-Анджелес пытается проникнуть новая мафиозная группировка. Эмилия как-то в этом замешана. Одно ясно точно. Дело совсем не чисто. Час от часу не легче. Ты худший в мире детектив. Прям худший. Марш, кейсбол! Вот черт! С другой стороны, никто не пострадал. Совсем никто? В смысле, что все умерли быстро и сильно не мучились.